Самый неблагодарный кот появился на улице Бориса Панина. По крайней мере, так называют его же спасители. Местные жители почти неделю пробовали снять кота с дерева, на которое он забрался и не смог спуститься. И в итоге даже за свой счет вызвали промышленных альпинистов. Но животное такой заботы не оценило. В понедельник случайно увидели в окошко, что на самом конце дерева сидит кот. Это был понедельник. Мы думали, залез и слезет. Без воды, без еды, 4 дня. Жалко, у меня у самого 2 кошки. Звонят обычно в МЧС. МЧС этим не занимается. Сразу просто звонить альпинистам. Да можно было бы и самим, но очень гладкий ствол. И поэтому здесь опасно. Высоко. Да. Благодарности. Хотя бы спасибо, что и сказал.